В номинации «Лучший подъезд» победили жильцы дома номер 16 на улице имени академика Курчатова. В 12-м подъезде 14 квартир. Агидельцы известны своим добрососедством. Они часто собираются вместе на праздники двора и дни рождения. В основном здесь живут семейные люди, но активное участие в благоустройстве принимали все. И молодежь, и пенсионеры. Они сами раскрашивали стены и мастерили поделки. Приняли решение, конечно, вместе. И решили именно вот... Образ олени. Олень – это вот рога оленя, да, они напоминают древо жизни. Они, естественно, всегда выпадают, обновляются, и то, значит, у нас жизнь обновляется, так ведь? Чтобы стать лучшим, подъезд должен соответствовать 5 критериям. Качество выполненного ремонта, использование инновационных технологий, оригинальность оформления, степень участия жителей и внутренняя чистота. По всем пунктам агидельцы получили наивысшую оценку. Выигранные 500 000 рублей они планируют потратить на обустройство парковки. В номинации «Лучший многоквартирный дом» 3-е место заняли жильцы дома номер 14 на улице Студенческая. Приняли решение участвовать в этом конкурсе и собрали все необходимые документы. Там, конечно же, не только красота, да, чистота в подъезде и уют оценивалось. Конечно же, это и техническое состояние дома, это и техническое состояние фасада, кровли, чердачных этажей, подвала. В 2 подъездах 80 квартир. К украшению первых этажей и общего фасада приложила руку каждая живущая в них семья. Агидельцы ежегодно сами создают новогоднюю атмосферу. Хотели, чтобы все лучше было для себя, ну, для жителей, например, чтобы занять какое-то место в этом конкурсе. Ну, получилось. Получили 3-е место. У нас 500 тысяч денег. В 2015 году они выиграли конкурс на лучший многоквартирный дом, а призовые 100 тысяч потратили на обустройство детской площадки. На полученные в этом году средства планируют заменить камеры видеонаблюдения. Для того, чтобы дом стал не только уютнее, но и еще безопаснее. Карина Анисимова, Азат Давлетшин. Информационная программа «Время новостей».